Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный и классный анекдот. Я надеюсь, вам он очень понравится. Всем хорошего просмотра! Приходит мужик к врачу, ухо, горло, нос. Растягивает ширинку, вываливает свое достоинство и говорит: «Вот, смотрите, синий, приплюснутый». Врач: «Да, вам, наверное, к урологу». Мужик: «Да нет, нет, я именно к вам. Послушайте меня, пожалуйста. Понимаете, мы с друзьями собираемся в баньке, выпиваем». Врач: «Да вы понимаете, я врач, ухо, горло, нос. Но я не лечу алкоголизм и сопутствующие заболевания». Мужик продолжает: «Да нет, ну вы дослушайте меня до конца. Да вы, врач, мне нужны». И продолжает. Сидим мы, значит, паримся с друзьями в баньке. Ох, играем в такую игру. Садимся вокруг стола все. Все достают свое, ох, богатство. А ведущий ходит со сковородкой в руках. И со всей дури потом по столу как шмякнет. И говорит: «Хоп, кто не убрал, вот видите, что получается». Доктор: «Вам скорее уже нервопатолог нужен». Мужик: «Да нет, какой нервопатолог? Вы мне нужны, потому что я слово «хоп» не слышу». Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.